Хочу свои слова я посвятить всем тем, чье имя гордое — учитель. И вот звонок, пустеет быстро школьный дом. В звенящей тишине последние шаги. Но в тихом классе все сидишь ты за столом, и вновь перед тобой твои ученики. И в тишине ты думаешь о них, вчера чужих, теперь родных. Про их вопрос, про свой ответ, про то, на что ответа нет. Пусть будет меньше праздников, чем будней, но тот, кто стал учителем, поймет, какое счастье быть полезным людям, учить Его Величество народ. Действительно, нет на земле ответственней призвания, как учитель. В минувшее воскресенье во Дворце культуры имени Попова отметили свой профессиональный праздник учителя Артемовского городского округа. Педагоги большинства школ города приняли участие в конкурсе «Учитель года 2010». Для начала претенденты на главный титул представили зрителям свои оригинальные визитные карточки. Посмотрите на эту композицию. Обычный букет. Но на самом деле, это рассказ обо мне и моей педагогической деятельности. Начнем вот с этого цветка. Цветок этот роза уж очень мне мил. Свои лепестки словно к солнцу открыл. А я открываю всю душу свою. И детям дарю я свою доброту. Как вы поняли, этот цветок символизирует меня. Каждый раз, когда я вхожу в первый класс, я представляюсь. Меня зовут Эльвира Ильинична. Я ваша учительница. Ну а эти цветы вокруг меня, вы, наверное, догадались, это мои ученики. Они такие разные, не похожие друг на друга, со своими особенностями и характерами. Для воспитания социально успешного ребенка необходим и творческий подход, что, собственно, и доказали представления педагогов. Мама, мне уже пора. Я работаю в 8-й школе, учителем русского языка, литературы и мировой художественной культуры, 8-й год. На своих уроках приобщаю к искусству, учу мыслить, рассуждать, отстаивать собственную точку зрения. Следующим этапом конкурса стал показ юмористических видеороликов от участников. Экстримум. Вот это да.
Доставай, попробуй. На. Авада-кадавра. Что-то не получается. Давай попробуем еще раз. Авада-кадавра. Самое сильное заклинание. Кайцерата. Класс! Точно! А это что? Тут я бессилен. Возможно, тут какое-то сильное заклятие. Педагоги Артемовского городского округа с особым задором и удалью демонстрировали свои вокальные и хореографические способности. Последним испытанием для педагогов стал поистине прекраснейший танец «Вальс». Со словами искренних поздравлений и для награждения выступила глава Артемовского городского округа Ольга Борисовна Кузнецова. Уважаемые друзья, уважаемые наши дорогие педагоги, разрешите мне от имени депутатов Думы Артемовского городского округа, от местного отделения политической партии «Единая Россия», от всех ваших настоящих учеников, будущих учеников и от их родителей поприветствовать вас на конкурсе «Учитель года» и поздравить вас с замечательным наступающим праздником, с Днем Учителя. Учитель – это самая лучшая профессия, самая важная, самая жизненная, самая мудрая и самая востребованная. И вы сегодня это доказали всему залу и всем нам. Очень приятно, что наши педагоги всегда такие красивые, талантливые, умные, интеллектуально развитые. А еще приятнее, что в нашу школу идут теперь мужчины, и они не менее талантливее наших женщин. Это очень отрадно отметить. И переходим. По решению жюри были присвоены следующие звания: учитель-эрудит, учитель-креатив. Не обошлось и без присвоения приза зрительских симпатий. Ведь все участники по-своему талантливы и достойны главного приза. Все были просто на высоте. Присвоение титула «Учитель года 2010» зал ожидал, затаив дыхание. Итак, «Учитель года 2010» Артемовского городского округа Светлана Владимировна Мушкина! Мушкина Светлана Владимировна! «Учитель года 2010-го»! Сегодня, во Всемирный день учителя, родителям и всем гражданам на минуту необходимо задуматься о том, как изменил их жизнь хороший учитель, память о котором они сохранили. Слава и низкий поклон нашим учителям!